Так, ну еще раз всем здравствуйте, ребят, и сегодня у нас уже, какой уж матч Осталось. даже, матч комментирую, четвертый, и это у нас Ханкис Фром Завод против М19. Кстати, ЭХФЗ, они неплохо себя показывают, я давно за ними слежу, и ребята достойны даже здесь победить М19, потому что это у нас уже идет из 128 вроде игроков. Или уж даже из Осталось6-4. 10 секунд. Ну, короче, ребята тоже далеко уже прошли. И Осталось сейчас у 5 нас секунд. будет полная заруба. Это СНГ квалификации вторые. И по банам мы пройдемся. От команды М19 забанили нас Бэйна, Розора, Блю Мастера. И Фэслис Вайда. Ну и команда ХВЗ забанила Туска, Тини, Найсталкера. У нас ОД и Темплар Ассасин. Ну и пик, конечно же, неплохой. Очередь У Силти. Мы М19 выбираем берется уже героя. Омни Найт, Чен и Рубик. Тоже неплохо. Есть Харланер, есть у нас, так понимаю, пятерочка у нас будет играть Рубик. Ну и Чен опять себе добирают М19. В то время ХВЗ берут себе Манки Осталось Кинга. 10 секунд. Пока не дают понять, команде М19 точно ли это кор Осталось 5 персонаж, может секунд. даже это Роум, потому что в Роум я уже давно не видел МК. Посмотрим, кем он будет здесь. И вместе с аппаратом и Очередь сил, Дэдспрофи. Ну, света Дэдспрофи это выбирает понятно, героя. что в мид и Сан Кинга добирают себе ребятки. Видим комбинацию Сан Кинг и аппарат. Частенько все это заходит. Ну и увидим, как здесь они реализуют все это вместе с МК и Осталось 10 секунд. DS Profit будет даже хорошо. Вот Осталось 5 Пак, секунд. кстати, не забанен. Было бы неплохо для команды ХВЗ здесь он присутствовать. Если все это под Dream Coil, было бы все очень шикарно. Ну, для этого еще нужно все реализовать. Ну и сила света и у нас. Сила света. И вот так вот даже. Так, М19 задумались, и им нужно добрать себе мидера и кор персонажа. Можно лайфстилера взять, в принципе, он не в бане. Хорошо, они себя показывают на нем. Мун уже играл. Так что посмотрим. Ну и что у нас будет дальше там? По карте 40 секунд еще есть, нужно взять что-то удобное, чтобы можно было стоять в миду комфортно против Dead Profit. И а вот снайпер, ну снайпер такой себе на самом деле, слишком худой персонаж против магии очень много, и может просто рассыпаться через эпицентр и айсбласт. Ну Осталось хотя 10 какой герой секунд. не рассыпется перед таким мах уроном, скажете вы Осталось мне. 5 Но секунд. могут ребята некоторые устоять перед ним. Но вот именно снайпер он очень здесь худ и слаб. Ну ладно, взяли они его. Может быть, что-то ребята знают. Может быть, у нас какой-нибудь тролль появится. В принципе. Вот команда М19. Ну, пройдемся по последним банам. Последние баны будут буквально через минутку. Ребята будут у нас задумываться. Буду думать, все-таки право на ошибки. На ошибку у ребят нет. Это best of 1 матч. Игра на вылет или игра на прохождение дальше по сетке. Здесь другого варианта не дано. Для коллективов. Ну и последний бан. Должны забанить какого-нибудь core персонажа. Вот имею в виду тролля. Может быть Урсу какую-нибудь. В принципе, Урса тоже неплохо будет Очередь здесь у сил нас. света Ну, баня защищать героя. Террорблейда. Так, я оставляю себе еще 20 секунд дополнительного времени. Ребята из М19 еще есть 3-4 секунды, чтобы подумать. Ну и еще, конечно, основного времени им хватает. Осталось 10 Ну и секунд. последний пик у команды ХВЗ. Вот, может быть, они собьют винстрик команде Героя. М19, все-таки они достойный соперник. Не будет там в одну
однокалиточные игры и будут у нас здесь полноценные. Равная игра, потому что осталось 10 секунд. Коллективы не раз играли между собой. И увидим полную осталось зарубу здесь. Так, ну и банят у нас Кунку. М19. Да, кстати, хороший выбор. Кунка мог здесь зайти. Ну и посмотрим, что 30 секунд есть у М19. Что они придумают взять, что себе на кор позицию. Не знаю, мне кажется, пак будет. Почему-то такое предчувствие у команды ХВЗ. Очередь сил тьмы выбирать героя. Ну, появляется Vengeful Spirit. Это Керри и Vengeful Spirit. Мы уже видели это на первой карте. Там у нас играли Е-бой команда. Там у нас Vengeful Spirit был Ла и Исеф. Вот так вот. Ну, здесь со снайпером будут. Ну, снайпер тоже неплохо может показать себя в этой игре. Есть, конечно, чем дотягиваться, но подсейвы также есть. Есть Види Омнина, это есть Рубик и Пак, да. Ну, я был прав, уж извините меня. Такой я спойлер выдаю. Ну, тут понятно, все-таки под Пака намного приятнее давать Айсбласт и Эпицентр, ну, согласитесь. Ну и игра начнется буквально через 30 секунд. Остается взять еще 3 героя командам. И мы начинаем, ребята, вам хорошего настроения, здоровья. И смотрите мою трансляцию, подписывайтесь на мои социальные сети. С вами Кататор и Туки. И мы продолжаем смотреть. Удачи игрокам. И игра скоро начнется. Хакон, кстати, играет у нас за Dead Profit в миду. Бывший игрок команды Команчи. После распада этой команды Хакон играл у нас, вообще играл на стримах, показывал хорошую игру. Осталось, ну и куда делись все остальные, скажете вы, из Команчи? ЛТВ у нас осталось 5 секунд в спиритах, в миду, кстати, против ушел Асберг, и поэтому там теперь у нас ЛТВ. Вот, и был еще Миша игрок и еще парочку каких-то. Ну вот, арк был, все куда-то попродали, или может просто ушли из доты, мы не знаем. Команчи выпускает все же какие-то группы, в группе новости, но я так и не знаю, к чему все это. Состав у них сейчас не самый лучший. Так, ну, игра начинается, и мы продолжаем смотреть противостояние команды М19 против коллектива ХВЗ. Ставится пока что пауза. Так, секундочку. Давайте представим коллективы для начала. Коллектив М19 будет играть у нас No Fear на Чене, Moon на Vengeful Spirit, также Omni-Knight у нас Нонграта, Снайпер Айсберг, но и Рубик на Muriel. Вот так вот у нас будет коллектив выглядит из М19, также и ХВЗ, Кент на аппарате, Мирачи. Мариачи, вот так даже. Даже Твич есть свой. У нас Матки Кинг. Также Йошушу. Даже из Трипл Си написано здесь. У нас Пак. Сан Кинг. Саня Кьюас. И Хакон на Dead's Profit. Так, ну и пока стоит пауза, можно обсудить коллективы. Ну, коллективы собираются в основном из топов игроков, и команды хотят победить и отправиться у нас на закрытые квалификации уже по этому эпицентру. Поэтому тут команды даже не целиком играют, может даже с заменами, а вот
кто будет на самом турнире. Ну, как бы они и должны присутствовать. Ну, СНГ квалы, на самом деле, очень сложно все это выглядит, потому что игроки постоянно распадаются и постоянно уходят из команды, и придется набирать просто из друзей, из знакомых. И ребята буквально за 2-3 дня готовятся к этому турниру и сейчас показывают нам эту игру. Так, ну вот, ХВЗ давно, кстати, играют этим составом. Просто я наблюдал, и поэтому у них все есть шансы, чтобы победить М19. Все-таки винстрик мы уже видим 4 игры у команды М19, извините за тавтологию, и поэтому их нужно перебить, так сказать. Перебить этот винстрик, но М19 сильный. И они показывают нам уже на протяжении 3 игр, что они могут заканчивать игры буквально за 25-30 минут, и с таким разгромным счетом, там 5-25, и что ты им сделаешь? Сложно. И здесь же тоже имеется пуш такой в виде снайпера с Рубиком. Есть также Чен, и все это закрывается у нас... Ой, я сказал снайпером Рубиком. Снайпер Вингой, и закрывается все это Омни Найтом, который есть Guardian Angel. Есть у нас репел, магии много у ХВЗ в этот раз, и поэтому нужно здесь постараться собрать как можно быстрее худы, пайпы, может быть, форстафы. Все это приходится здесь, выжимается пока что смоки от команды ХВЗ, пак у нас идет пока что в бит, будет ставить здесь вард, никто его не спалит, снайпер еще далеко для себя сам поставит. А хотя это у нас... А кто в мид у нас пойдет? Мид должна идти у нас здесь профит, но пак пойдет у нас, скорее всего, в харду. Керри МК, я так понимаю, да, уже спрятался за деревцем. Кстати, прикольно. Вообще, не узнать здесь. У нас МК, у меня на это тоже спрятался куда подальше, потому что не видно никого, и тут... Вар стоит от ХВЗ, могут здесь увидеть, кстати, если Омник выйдет куда-нибудь вот сюда, то его могут здесь и наказать. Но нет. Прячется, три игрока здесь находятся. Ну да, под Саткинга, под Сифонами, под тот же Чрингтачем очень будет больно Омнику. И просто отходят, просто сколько стоит ждать, это... Время тоже нужно, и бодиблок идет, кстати, от Рубика, а вот для пака никто у нас... Ой-ой-ой, мне что-то мне подсказывает, что у нас четверка Хакон. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то придумали у нас ХВЗ, я так уже... Смеется, ну что-то очень прям они сотворили. Слишком жестко это было. И Death Profit у нас будет фармить. Ну, на самом деле, Хакон играет у нас на хардлайнерах всегда, я замечал. Так что здесь в харде у нас будет Death Profit, так понимаю. Вот так вот взяли. Ну, в триплу взять Death Profit, это неплохо. Так, ну МК против Омнинайта будет стоять здесь соло. Также трипла от команды ХВЗ против Винги и Рубика. Чен в лесу, еще что будет помогать. Крипов вот Совуху опять нашел и будет Торнадо немножечко прогонять тут Death Profit вместе с Санкингом. Санкинг у нас здесь сапог. Будет у нас ромить. Ну и Торнадо пошло, видит у нас Санкинга. Да, его, конечно, не догнать, слишком он быстрый, сапога нету у Чена, у Свит побольше. У Санкинга будет, тут у нас пак уже немножечко проседает пока по хп, но по хрипам довольно-таки ровно идет. Так, спину заходит у нас Санкинг, Санкинг должен дать подкоп есть, ну и... Срущики пытаются пробить у нас Асберга, откидается только одна шрапнель, это достаточно, чтобы отогнать двух персонажей, накидывается чейн-тач от аппарата. Отбивает фласочки у нас снайпер вместе с паком. Сбить друг друга они ничем не смогут, но и покупает себе второй ВСБН, делает телепорт у нас
Пинга на низ, он начинает перетягиваться у нас наверх. Так, ну и здесь профит также перетянулась. Моментальный сразу телепорт, и просто моментальный. Не стали ждать ничего разъяснять. Видишь, что нету Омнина, это сразу же перетяжку сделали. Вот сначала урона у Вечного Спирит очень-очень мало. За счет вкачанных двух скиллов, которые не имеют урон. Кстати, Рубика там пробивают. Сангин, который является автоверно. Но Рубик тут выживает. А выживет ли здесь у нас... Манки Кинг, в принципе, выживает. Накидывается у нас колфит по Чену. Делает телепорт. Чен. Не успевает. А куда он делает телепорт так долго? Ну, все равно здесь остается Омник. И может с Омником вместе они его и убьют. МК забирает у нас Чена. Не пошел дальше за Тавар у нас. Омнинайт Purification. Хотя доставалось, если съел бы Манго и... Хватило бы ему на Purification, мог забрать Санкинга, но здесь у нас 160 урона, а там оставалось у нас... Хотя хватало, ну, побоялся все-таки, мало ли там станчик был бы у него еще. Так, Рубик у нас есть Силькинес, также есть Фейлдболт, все по карте единичку, все же второй уровень у него есть, 15 крипов у Венчфул Спирит, уже 16 пак, наравне с ней фармит, ну и снайпер неподалеку ушел вместе с Омнинайтом, а вот МК, конечно, немножечко отстает по крипам, ну тут его гоняют на самом деле, здесь Чен, здесь Омник, это... Сильно дабла, ускорение берет Санкинг, нападение на Санкинга здесь будет, но никуда с Рубик не уходит. И в таверну 3-0, 3-1 начинает у нас, видите, СФЗ. Да, тут, конечно, СФЗ, они будут давить, все же команда, может даже топ 4 уровня, ну тир 4, потому что... Команды постоянно играют на всех этих фейстах, на всех этих турнирах, пытаются пройти отбор, но у них какие-то бывают моменты, когда не могут они обыграть кого-либо и проигрывают. Логично же. Так, ну и 25 крипов у нас у Умнинайта есть. Так, нападение на Пака, здесь были два шрапнели использовано и флажку даже. Использует на себя пак. Так, он минает 5 левел, а сейчас пассивочку-то зарядит он Monkey King. Monkey King уже получил достаточно урона, пассивочка у него в двоечку. Также Purification уже в тройку у Omninite, и нужно быть осторожнее. Здесь Вингу вообще не ожидает, гад выдает стан, ну и должна быть быстрая смерть Monkey King, ну хороший, оставил еще один заряд палки и с помощью этого еще выживает, но ненадолго, скорее всего. По тавер пытаются зайти вместе с сатиром. Сатир погибает и не удалось забрать Манки Кинга. Манки Кинг у нас есть танк, он его скушает. Так, нападение на Асберг. Асберг погибает, но должны разменяться хотя бы на пака. Пак, нужно дать еще 2000, хорошие стики на развороте. Пак пытается драться и никого не забирает. Размен 4-1. Вот так вот. Ну, команды на самом деле, ну, очень устают, потому что эти best of 1, и ты постоянно играешь. На самом деле сказывается на уже вот четвертой игре, в которой они играют. Сказывается уже усталость, сказывается уже, может, какие-то кнопки не нажимают. Мы же не роботы, и люди такие... Играют, это их работа. Наша работа — это комментировать. Так, ну и ПТ берет себе Вечфул Спирит, берет себе смоки. Аппарат. Так, ну и что у нас будет делать команда? ЗМ-19, вроде есть катапульта, вроде есть сатир, и попробовать можно. Ну, тут Винга, спину уже обходит аппарат, и подкоп уже в двоечку от Санхинга
Есть, МК подходит, ну и нападение на Вингу. Нападение на Вингу, Колфит набрасывается. Чилинг Тач также работает, и палочку все-таки по Чену выдает Чен. Погибает также еще, иммуна. Не должны отпускать, но нет, отпустили. Отпустили, не хватило урона по Винге, и она с репорта спокойно уходит. Сваки берет себе Чен. 2-0 есть у Пака, и снайпер у нас внизу обороняет вышку, но тут прицепились к Айсбергу. Айсберг может не отсюда просто не уйти. Хакон просто царит эту игру и должен закидывать спарм, и свормы закидывает. Катапульт уже телепортнул на сфер, но ничего ты уже здесь не сделаешь. И 1-6, начало выиграно для команды ХВЗ, и топовый 3 крипстата за командой ХВЗ. Вот так вот, первый имеет у нас Пак. Пак, да, Пак очень хорош, будет собирать себе сразу же травала, мы это видим. Так, снайпер тут у нас пытался прострелить МК. Нужно давать уже ультимейт. Ну и без ультимейта тоже неплохо забирает МК. Ну и хорошо на этом. Тут виду нападение на Вингу. Винга погибает. Ну, рунное ускорение, конечно, просто хорошо реализовано от Пака. Сделал фраг и просто спокойно уходит. 27. Забрали, конечно, МК, но на Вингу. Винга у нас все-таки кор. Ну и Керри Винга, конечно, как всегда, в каком-то нехорошем положении находится. Снизу там пятая где-то. Ну и снайпер тоже не все хорошо, на самом деле. У него только будет сейчас ПТ. Так, и травела будет через 300 голды у Пака. Это своей роли могут даже назвать Тинкера. Тинкер также почти закупается, только еще Soul Ring и травела. Посмотрим, как себя Пак реализует с этими травелами. Можно по КД сплит пушить линии. ТПшится на крипов. Нижнюю башню сил света атакуют. Так, ну и ПТ можно уже купить себе снайпер. СПТ, Хвилла и Врент Бенд. В пику, скорее всего, будут выходить. Ну и 3 игрока в смоках, и еще 2 самона есть. Голем и тролль. Также смоки ответные от ХВЗ. Здесь у нас аппарат вместе с Анхингом будет искать снайпера. Ну и попытаться снайпера развести на... разменять на МК. Ну посмотрим, снайпера видят еще у нас. Нет, снайпер тут точно в таверну, снайпер тут ничего не сделает. Погибает снайпер. Ну и на МК, кстати, не удалась вылазка. Понимали, что никого нет на карте. И МК сразу же ушел на деревья. Центральную башню сил света атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Так, ты пойдет у нас МК вниз и будут там пушить линию. Думаю, что снайпер именно туда пойдет, потому что ты один еще стоит. И МК может здесь не ожидать. Если МК, конечно, не покажется на линии. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Палочку уже отбросил, ТП есть, но пешком идет. Будет, скорее всего, фармить леса или Т2 выше. Центральную башню сил света атакуют. В миду фармить крипов здесь. Ну и Юла после двух нулов будет у Хакона. Ну и тревела появились у Пака. Посмотрим, что будет теперь с ними делать. Ну и показывают ребята, что можно сломать Т1 у нас снизу. Блиндагер будет через 200 голды. У Санкигафрин пока что двух толстых крипов. Хорошие деньги получаю. Также 6 левел можно здесь получить. Да, 6 левел есть. Эпицентр будет ли он его вкачивать? Ну, маны, на самом деле, маны здесь всего лишь на прокаст. Можно лучше дать 3 подкопа в замесе. Ну, в это время у нас Т2 начинает уже пушиться по верху. Винга вместе с Ченом и Омнинай там здесь пушат. Ой-ой-ой, не ожидает, тут Рубик поднимает телекинез Пака. Моментальная смерть просто. И Death Profit просто отходит.
Нижнюю башню сил света атакуют. Верхняя у нас... башня сил тьмы разрушена. Так, ну и Хакон. Хакон может тоже поставиться. Шрапней накидывается наперед. Хакон замедляется. Свап от Муна. И Хакон также в таверну. Ну что, что это за урон? Моментально просто отправляет в таверну. Что так больно с Уфикейшена? Просто Омни Найт наносит. Чистый урон. Это что-то с чем-то просто. Ну и БФС хочет собрать себе. Мариачи. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Уже идет на деф. И первый, кто сломали у нас Т2 вышку, это команда М19. По счету, конечно, проигрывают, но по голде еще не так уж отстают. Закомбейщили именно сейчас за этих киллов, двух киллов на профетке и на паке. Поднялись неплохо. Ну и травала пока что мы не видим в деле. Так, ну и Садкинг пушит у нас нижнюю линию. Садкинга остается. Вот и уже, блин, да, я через 400 голды у него появится, пока появляется урна. У Рубика есть чем заряжать, потому что в чёрочку уже вкачивает фейлболт. Не вкачивает у нас 0 филд. Это может быть ошибкой. Все-таки магии много. Так, пока аппарат погибает, а хотят разменяться на Умни Найта, Умни Найта разменялись. Ну и размен, конечно, в пользу их ФЗ. И все равно три топовых крипсата за ними. Формят, конечно, намного лучше. Особенно МК. 5700 у него, в то время как у Винги только 4000. Так, ну и Арбой у нас зафармил крипов. Пак. От Чена. Так, Рубик выходит, можно поймать его на телекинез. Тут поблизости есть Винга, но может подойти, ворует свармы от Death Profit. Так, МК погибает у нас сверху, и паком следили. ВФ террором станщик выдается, используется, конечно, ну, то есть работают райндропы, но не так уж и быстро. Даблкил для Нонграта. Сотни невероятно вытворяет на своем Омни Найте, и Рубика все-таки внизу забрали, Хакон здесь в соло с ним разобрался, и Блиндагер покупает в это время у нас Сандкин. Аппарат пока что ходит, есть у него варды, ставится опс между Т1 и Т2 вышка именно в лесу. Т1, конечно, упала уже, но снайпер может очень далеко выйти, его могут за это наказать. Блиндагер был бы сейчас у Сандкинга, можно было бы и забрать айсберга, ну у него появится моб через 50 голды. И с мобом будет не так уж просто забрать, все же он очень быстрый. Ой-ой-ой, поймали у нас аппарат погибает. Ой, сеточка по МК, МК также отправится в таверну. Хорошо контролит у нас Ноуфир своим зоопарком, и с помощью этого еще один фраг по кор-персонажу. Ну и пуш мид, здесь именно 4 героя. Рубик у нас пока что расставляет варды, ищет чужие варды. Ставил здесь сентри, но здесь нету опс именно вот здесь. Нижнюю башню сил света атакуют. Центральную башню сил тьмы атакуют. Так, Санкинг в спине будет здесь, наверное, крип скипать. Ну и Т2 уже упала. Ой, как быстро пушится Винга тоже. Пассивочку качала в троечку. И за счет этого Винга очень сильно бьет по вышкам. 20 крон берет себе снайпер, также приобретает себе мом. Ну и Рошан стоит, руна регенерации сверху. Берет себе Винга. Доминатор у Винги есть, и... доминатор есть у Чена. Вот так вот у нас ребята из М19 будут играть, собирать кентавров и давать хорошие станы. Станов не так много, всего лишь Рубик с Бингой, но за счет доминаторов можно сделать их намного больше. Подняли ветра у нас Рубика, Рубик моментальная смерть, должна быть, ничего он здесь не сделать. Еще и Вингу подставляется, Винга. Айсбласт летит, Айсбласт неплохой, попадает под кор персонажа, но продолжения, конечно же, не будет. Забрали только Рубика. Рубик пожертвовал своей смертью ради своих коров.
Так, ну и сверху на шрайн отпилим. Хакон вместе с аппаратом. И аппарат у нас 7-го левела. Карта сапог. Хакон после юло будет взять себе глиммер кейп. Вот так вот. Неплохо, ну и... У Омника все очень даже хорошо. Он по второй строчке на творце держится. У него форстав барабанный. Соул и... Юла будет собирать. Так, тут в смоках уже ребят из ХЗ. Постоянные драки. Именно активная здесь анекдоту показывают. 20 хилов за 17 минут. Довольно-таки неплохо. Ой, по зоопарк. От Чена в смоках, ребята. Ну, должны понимать, что здесь что-то неладное. Зоопарк просто так не будет идти. И просто уходят. Ой-ой-ой, пака просветили. Шапнель уже закидывается. Ой, дальше, конечно, от стана Винги, но дальше, кажется, это смерть. Нашли паком. Хороший веб-террор от Винги и за счет этого забирает у нас пака. Ну, БФЛ сделал себе МК. После БФ хоть раз себе БКБ собирать. А, на Рошана? Опа, вот тут Санкинг, да сейчас будет что-то очень даже сильное, потому что ТП уже идут. И Нарошана готовы собираться, Айсбласт идет, и Санкинг, и Пицет, такой все по одному герою, это по Айгольгу, ну на развороте Айгольг просто начинает выдавать урон, висит на нем Гарлин Рейджер, начинает расстреливать уже, должна умирать у нас здесь. Дэс Профит, ультимейт от снайпера, и все казалось неплохо для команды ХВЗ сложилось, но... слишком Омник здесь залишал, Омник очень много хилла, репейл моментальный на снайпера, и Guardian Angel здесь был как всегда лучше всех. Ну и Рошана не получится Аегис, точнее, сорвать паку, и это было просто круто на самом деле. Ну не хватило урона, и Омник просто сделал, точнее, нажал просто аду кнопку и сделал ребятам миру, за что им спасибо, за такие тимфайты. Так, 8 левел у нас аппарат. Был бы вот шейкер и аппарат, да, мы знаем, что было бы у нас на Рошпите, но тут Санкинг и аппарат. Тоже неплохо, но не то. Не то, не то, не то. Вот не было Омника, да, был бы неплохо замес. А так, Омник просто все зарешал. И сейчас, ребята, из команды М19 отправляется пушить Т1 Tower по боту. Есть он Санкинг, есть Маки, есть Олин. И вардов нету, нужно здесь опасаться. Идет просто в лес. Хотел найти руну с Момчиком у нас Альберг. Настреливает неплохо, будет светить у нас Нонграта, и Санкинг может просто не уйти отсюда. Это просто жесть. Таверну Санкинг. И М19 уже перехватывает инициативу и готовый уже доминировать на этой карте. По голде они уже доминируют, поэтому... Да, уже два топовых результата за командой. М19, ребята собрались и готовы показывать, на что они способны. Сколько аур, просто посмотрите. Сопротивление магии просто 20 уже. Урон увеличен от винги 30%, еще 30% от... Просто снайпер выдает 150 урона с руки. Ну что это такое? Даже скорость передвижения увеличена, АС-2, конечно, прилетает. Ну, не особо он страшен. Еще постоянно висит АС-армор от крипа Ченовского, прирученного. Огра чародея, ну это слишком имбовые доминаторы в этой мете и персонажи, которые с ними ходят, поэтому зонищи ультимейт с этой МК боятся, что если они сейчас зайдут и сломают очень быстро Т3, а они очень быстро сломают, потому что винга имеет 200 урона. Ой, я хотел свапнуть, но не получилось. Винги. Ну, М19 никуда не ходят, не хотят уходить, они будут здесь оставаться и подпушить можно. Егис, кстати, есть ли? Да, Егис есть, у снайпера бояться нечего. Начало нападения, кстати, пытался здесь задефать и... Вот здесь погибают. Так, ну в это время на 3 заходят, знают, что здесь
Есть у нас Сан Кинг, и Сан Кинг отправится. Автовен уже начал раздать пуфи кэша, но хватает всего лишь свормов от Рубика, и Т3 начинает падать уже, 400 хп с него сняли. Так, Пак пока что разводит у нас на хилибо скиллы, команда 19, но они просто не ведутся. Пак просто хорошо отпушивает линии, и они это знают, и стоят просто снайперса Драгон Лэнсом и просто отпушивает. Поймали Пака, ой-ой-ой, ошибка может быть, но Пак, ой-ой-ой, как он выживает здесь. 300 хп у него остается, игра просто со смертью сейчас был от Пака. Ну и медальку берет себе Хакон после Гримми Кейпа. Так, Винга у нас взяла кентавра, айсбласт по двоим героям, по Винге аппарату, стоит под репелем у нас айсберг. И помогает репел, хорошо. У нас в команде спирит, и они просто заходят и ломают стороны. Ты сломали нападение теперь на Шрайн. Ой-ой-ой, ультимейт использован. Был атомика, сразу медальный телепорт и мисклик. Скорее всего, был стан по двоим корам и поднимает дюла у нас у меня, чтобы не давал хилы, и МК дает круг, из него выходит. Ой-ой-ой-ой-ой, как все криво. Ребята показывают игру. Моменталь свап от Венги по Манки Кингу. Манки Кинг уходит и замерзает тут Мишел Спирит. Должна выживать, отправит ее на базу. Так, ну Пак после юлов хочет собрать себе догоны. Имеется еще руна волшебства. Ой-ой-ой, хорошая реакция от Пака. Мог отправиться в таверну все-таки за стан. Винга бы его забрала. Было у Пака там 500 хп. С удовольствием бы его забрала. Эпицентр первого уровня. 12 нужен Санкин, чтобы качать его в двоечку. И Санкин готов сбивать телепорты, готов драться. И эпицентр должен кастовать сейчас, прямо сейчас. И Санкин с кого-то найти. Айсберг полетает по айсбергу. Айсберга просто начинают бить. Айсберг погибает. У него нету Аеги. И хил уже не работает. То есть все на него потратили. Закончился айсбласт. Кент бежит за ним, аппарат просто нагло хочет его забрать. Репел кинется на Вингу, стан по Манки Кингу. Ой-ой, даблкил от Пака. Ну катят у нас игроков. Палка неплохая, сколько урона вносит, так же и в таверну еще Омнинайт. И один Рубик остался, и просто какая... Я думал, ребята из ИХЗ уже ничего не придумают, но у них получилось... взять себя в руки и просто минут 4 на ровном месте, никого не потеряли, и что это было, я хочу спросить, и как вообще это получилось. Но крипы уже пошли вплотную, и крипы начинают пушить бараки. Что-то прям сильное ребята сейчас показали с командой ФЗ, и... нужно теперь осторожнее в 19 раз, иначе еще такая ошибка, и уже два топовых результата за командой ФЗ так-то. И могут за это уже не уцепиться. Команда в 19, еще догоны приобретает, Solar Crest еще. Плюс VDS Profit, и вот артефакты набираются, а у снайпера всего лишь только Dragon Lens, буду выходить в пику, и Малшторм у него есть, Винга с Доминатором и Форстафом будет выходить в Блокинг Бар. БКБ, пайпы здесь нужны. Если пайп у худ, у Ноуфира есть, а худ, пайп будет тоже на готове скоро. Ну и Рубик с Форстафом тоже неплохо. Не стал собирать какие-либо аганимы, блиндагеры. Форстаф неплохо, все же блинки сбиваются, а вот Форстафом можно куда-нибудь и отъехать. Только не в таверну. Так, ну и после форстафа я вижу, что он хочет собрать себе аганим. Ну, тот же пит-центр, тот же Bar of Strike с аганимом неплохо. Аганим верхнюю башню сил света на... атакуют. Пака тоже неплохо. Так, и нападение у нас было тут на М19, поймали Пака, Пак погибает. Ну, очень равный ра, как я и говорил, не будет в
сухую, и ребята там 25 играть, что-нибудь такое, а вот именно вот 18-17 ровно игра, но Фир еще делает даблкил, забрав Санкинга. Ну вот и готовый пайп у Ноуфира. Брострайк ворованный у Рубика. И Аганим собирает себе Рубенчик. 4 игрока команды 19 направляется по миду. И можно попробовать забрать Т3. Пока что в таверне находится Пак. У Пака нету байбека. Но пока дойдут М19, уже откатится у нас время возрождения Санкинга. И можно выдать неплохой эпицентр только через 45 секунд. Ну, хотят сломать Шрайн, а его нужно ломать, потому что Рошан будет у нас сырный через 3 секунды буквально. Вот. Раз, два, три. И он появляется. И нужно за него цепляться команде М19, чтобы выиграть эту игру. Так, ну пока Яша, БКБ. Новые артефакты у МК. Отпушить пока что крипов у нас. Манки Кинг сразу же отходит. Есть телепорт. Телепорт нужно делать. А на базу, кстати, делает. Ну, нужно было. Нужно забирать Рошана. М19. Боятся друг друга команды. Все-таки любая ошибка. И игра может привести просто к тотальному поражению. И чекают пока что Рошана. У нас аппарат. Ну, кабиночка неплохая у ХВЗ с откинговым аппаратом на Рошане. Ну, также можно от этого защититься с помощью Омни Найта, который дает репел, также Гвардиан Энджел, ну и свапа Винги. Также можно все это предостеречь. Ну и уже форстафов там много насобирали у нас ребятки. Так, ну и Маншторм есть у снайпера, дальше выходить у нас в Мьёльнир и Манта Стайл у Манки Кинга, дальше Скади. Все-таки плотность нужна здесь, слишком худой, 200 хп, не столь много, но ПТ на силу 2300 будет, ну и на этом все. Больше не будет он сильным, пока не соберет Скади. Какие-то статы, также ловкости, интеллекта, ну и хп. Будет иметься немножечко больше. Юла соберет себе Санкинг. Так, Пака пока не видят, не просветили его в террором. Ну, кликают, что может быть тот там еще и есть. Просветите, пожалуйста, но никого нету. Вард поставили хороший на 7-19, чтобы видеть здесь кого-либо. Малость будет испаряться у нас МК, который прыгает по деревьям. А вот именно туда он и идет. ВК прижимает просто манту. И на этом все. Санкинга увидели. Санкинг у нас уходит. Так, гем. Хочется собрать Санкинг. Подняли у нас телекинез катапульту. Или кого-то он поднимал-то. Был звук. Мне уже... Нет, мне извините, мне не послышалось. Я думал, такого-то цеплял, но нет. Санкинг просто нагло выходит, World Strike. Рубик промахивается. Телекинез неплохой от Санкинга. Сразу же откапывается. Юла поднимается, не дает застанет. Ой-ой-ой, блин, дагер какой. Не понимает, куда он делся. Просто он просто в кусты ушел и выживает. Силы тьмы используют сканирование. В том числе такого муфа. Ну, время. Время, конечно, тянет, и в это время собирает снайпера. Слишком далеко зашел без своей команды. Айсберги его здесь наказали за такое. Так, ну я не хочу себе умнинать все-таки по всей карте выдавать Guardian Angels и не волноваться, что кого-то ты там зацепил ультимейтом, кого-то нет. А будет на всех союзных героев. Также на среднем также работает. И это очень даже хорошо. Прожимается экзорцизм. Ой, я слышу. Вот Death Profit и заход на Рошана. Посол Христом под экзорцизмом. Все быстро падает. Выходит еще человек аппарат. Сбивает линку. Рошан сейчас замерзнет. И Рошан, в принципе, отправляется к отбилку команды ХВЗ. Поймали Санкинга. Санкинг должен делать... Блин, нет, не дагер, не сбили вестерором. Погибает. Рошан умирает. Забирает его Пак. И сыр забирает у нас Dead's Profit.
Неплохо. Мимка уже подавил нижнюю линию. А вот сейчас уже такая стадия, когда Рошан решает. И третий Рошан, если будет, если игра дотянется до такого, то это будет очень важный Рошан для коллективов. Обоих коллективов. Но сейчас 4К преимущество уже за командой ХВЗ. Пока что... Ничего не предпринимает у нас. М19, нужно что-то реализовать. Может какая-нибудь у них смок атака есть. Точнее смоки, выйти в атаку. Можно попробовать забрать Т2, здесь везде сломаны, пойти Т3 бараки ворот сломать. Но линия постоянно сплится за счет того, что пак взял себе травела. Слишком это усложнило задачу для команды М19. Не ожидали, что такое будет. Пак агрессивный, постоянно то наверх, то на низ. Телепортируется и еще берет, еще точнее, с плюс 40% скорости и дальности арбы. Ну и 25 не за горами, тогда мы знаем, что уже будет. Пак у нас как алхимик. Так, МК пока ищет какие-либо цели, взял себе ультимейт орб, здесь хватает еще на один, и 1200 остается до... Скадия. Поймали пака, выбили из него Аегис. Команда Телькинес есть, есть Боров Страйк. Не попадает по таймингу. Сейчас будет делать блиндагер у нас пак. Нет, не делает. Вышел метальный стан от Винги. И отпуш пока пушат у нас ребята. Пока забирали пака. Но просто сплетанули линию больше. Никакую выгоду они из этого смерти из этой не сделали. И нападение на Матки Кинга. Матки Кинга нажимает блокинг бар. Настреливает по нему снайпер. Но... Снайпер очень мало урон наносит, я не знаю почему, вместе с Вингой может быть даже и нормально. Ой-ой-ой, статчик, хорошая отрубика по двоим, минус 2 сразу делает у нас Винчфул Спирит, ну и дефать нужно мид отходить. Берет плюс 15% урона от Винчфул Аура, Винга, и теперь со снайпером нужно находиться как больше, как возможно ближе, потому что, посмотрим сейчас урон. У снайпера просто 300 урона. Вот сейчас 300 урона вместе с волчонком, вместе со всеми доминаторами, которые приобретены у команды М19. Они просто могут забустить снайпера от того же. И тот может ставить просто ХГ и ломать вышку с огромной скоростью атаки и с огромным уроном. Но пока пак... Ой, Хако отжимает ультимейт. Ой, вот это вообще ребята не ожидали. Телепортов... Телепорты вроде есть, но они КД, 20 секунд телепорта, Винги нету вообще телепорта. Чен телепорт через 2 секунды, ой-ой-ой-ой-ой. Хакон просто разменял сторону, ну и ребята тоже, конечно, разменялись. Пайбэк сделал у нас Сан-Кинг, со стороны эпицентра поднимает Чен, не дают ему уйти, но зато ушел у нас Винга со снайпером, но забирает у нас на развороте Сантинга. Чен отправится у нас в таверну. Рубик должен делать телепорт. Сначала блинк, хороший блинк, и телепорт нужно кастовать. Он его кастует и сбить или... Нет, 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 нет. Не получается, Винга отключается. Какие-то, может быть, проблемы. И все неплохо. Даже для ХВЗ забрали сторону. Прям целиком. В то время только забрали барак у нас... Рейнджовый. И все. Так, переключается Винга, пишет Г. Да, ребята, готовы продолжать эту зарубу просто. Так, он мне нравится, собрался Хекс. Не знаю, говорил я об этом. Также форстав, барабаны и фейзы есть у Омнинайта. Так, скади. Для Манки Кинга. Второй догон, можно еще прапать. У него есть деньги еще на 2. И вот так вот играется пак у нас со смертью. И вот это арву видели все. И значит здесь где-то пак. Может блин сделать просто вот сюда куда-нибудь сейчас. Иначе, да, сделал просто. Ну, катит, катит. Потому что в таверне у нас находится Death Profit. Не дает пройти крипам до хайграунда. Выиграют очень много времени на самом деле. Так, делает пак у нас блинк, крипов уже пропустил.
Так, ну нужно заходить с этим крипами, аппарат с МК готовы дефать, но сразу палочка от МК и забирает у нас пачку крипов, какая была. Также пак за счет прокаса забирают всех крипов, которые идут по мид-линии. Но не дают зайти команде М19, Рошан появится через минуты 4. Это будет Рошан уже сырный с рефреш-шардом. И пака. Пака могут найти. Пака начинает фармить. Рубик хороший бровстрайк должен поднимать у нас. Ну, пак очень быстро разваливается на самом деле. Есть, конечно, и на байбек. И 25 уровня еще нету у него. Давайте посмотрим, что у нас по уровню 25 ни у кого нету. 24 только пак. И на этом все. Снайпер 22. А, по низу у нас идут в смоках команда ХВЗ. И зайти на ТТ можно. Забирают еще и Сатхинга у нас в миду, и нужно дефать, иначе сейчас просто сломается вышка. Нижнюю башню сил света атакуют. Так, вышку пала, начинает уже поступать к пушу бараков в метальной телепортации, и МК у нас делает круг. И 25-й тоже у него уже есть, это дополнительный круг воинов, очень большой круг, и... МК кушает сыр, МК дерется до конца, но МК, ну, урона нету, просто МК погибает, у него есть, конечно же, байбек, но урона вообще не чувствуется, погибает аппарат, ну и профетка остается одна, профит уходит, сверлит его, конечно же, Октарин через 700 голды. Так, ну и отпевает Шрайн, есть Рунал. Колени для снайпера. Ну че, нужно давить линию и нужно идти, потому что Санкинг живой вместе только с профеткой. Так, ну еще и пак живой, и на байбек развести нужно как минимум Манки Кинга. Бросрака промахнется у нас Санкинга, начинают простреливать. Ой, поймали пака. Хекс просто у нас, хекс у нас у Умнинайта. Хорошее пробитие, и теперь нужно идти дефать, но эти крипы уже заходят на вражескую территорию. МК телепортируется, нужно уже уходить, иначе снайпера просто не отпустят. Снайпер стоит, есть станчик от Кентавра, хорошая сала выдает у нас пак, но это не помогает, погибает у нас Сан Кинг, погибает также и профетка. Ой, а что делать? Один из капли муж, что уже делать еще и бабек у нас. Манки Кинг. Эпицентр от Рубика ворованный. Пытается поймать хоть кого-то, но нет. Пустую у нас эпицентр уходит. По двоим палкам входит. Также сало, но и круг у нас пошел от МК. И на этом ничего, ребята, не могут уже сделать. 12-13 преимущество за командой М19. И нужно дефать. Айсберг приходит, просто начинает дефать. И просто равная игра. Посмотрите, у нас здесь нет стороны. Здесь еще стоят, ладно, бараки, но суперкрипы уже идут по двум направлениям у команды ХВЗ. И Рошан через 40 секунд будет. Ой, свап, ДС профита нету байбека, она делала его только что вроде бы, и это конец. Это может быть конечная. Пак только сейчас будет телепортироваться. У пака вообще есть ли телепорт? Интересно. КД 4 секунды. Дракон уже 4-го. И в то, конечно же, они не пойдут. И обвинялись пока что у нас убийствами курьеров. Вот так вот. И телепортируется у нас снайпер на тревелах. Начинает просто пушить, можно сказать, даже последнюю сторону. Да, остается там всего лишь один барак. И Санкинг твой врыв. Но у него 10 секунд нет еще эпицентра. И как ребята хотят подраться, я не знаю. В спине у нас пак находится, есть Клим Койл, ну и последний барак, нужно его дефать здесь. А правда ультимейта, кстати, нету, пожимается БКБ. Вот МКМ начинает бить, МК неплохо бьет, но главное же все просто. В никуда этот урон, но МК начинает, не бьют, конечно. Погибает пак без бабека, также погибает у нас. И сам Кинг пака по четверым от МК, ну а что дальше? Дальше ничего, Линка просто, Линку сбивает у нас. Манки Кингу, имел Манки Кинг, нравится в таверну. И ГГ, ребята, пишут, ничего из МК не сделает. Байбек делает у нас
аппарат, ну это байбек просто. Отчаяние, отчаяние, байбек. Ребят, поздравляем команду М19. И они уже много сегодня навыигрывали. И у них, похоже, еще одна сегодня карта будет. Так что, ребят, далеко не расходитесь. И минут через 5-10 я продолжу свое комментирование. Уходим пока что на небольшую рекламную паузу.